Самая актуальная модель 24-го года весны – это, естественно, казаки. Получили их в двух расцветках данную модель. В черной классике и в бежевом, таком очень красивом, теплом оттенке. Очень красиво сочетается, между прочим, с каблуком. Каблук и подошва имеют рыжий оттенок. Что мне в них нравится, так это то, что у них сзади идет молния. То есть очень легко их можно обуть. Что по утеплителю? Утеплитель у них идет флис, стелька, натуральная кожа. Фирма Мелани. Вещь просто идеальнейшая. По стоимости такие казаки 8400, размерная сетка с 36 по 40. На мне сейчас 39 размер, это мой размер. По длине стопы они на мне сидят идеально, то есть размерная сетка четко соответствует. Далее, у меня нога худая, бесподъемная. Смотрятся они на мне, смотрите, вот так. За счет вот этого продольного шва вот здесь никакой лишней пустоты у меня нет. Но были продажи этой модели и на широкую ножку с косточкой. Косточка себя чувствует здесь вольготно. Соответственно, делаем вывод, что вот эти казаки, они садятся и на худенькую ножку, такую, как у меня, и на вальгусную деформацию стопы тоже садятся просто здорово. Как это объяснить, я не знаю. Наверное, за счет мягкости кожи. Кожа, естественно, как всегда, все и натуральная. Высота каблука 6 сантиметров, но, девочки, каблука здесь абсолютно не чувствуется. То есть ты стоишь в них как будто босиком. Стоимость, еще раз напомню, 8400. Модель не маломерит, идет четко размер в размер. Но они прям реально очень удобные. И за счет того, что здесь сзади идет молния, у них вот эта часть в щиколотке, она не сильно широкая. Соответственно, они будут хорошо смотреться как с платьем. Вот чуть-чуть их приподниму, да, вот здесь вот нет лишней ширины, но также они хорошо смотрятся и с брюками, и очень хорошо в них ножка заходит. Вещь реально классная, они легкие, удобные, на ножке смотрятся просто круто.